придумали печеньки. Показывай. Так, теперь переворачиваем. Ксюша зажигает. Всем привет. Привет, ребята. Девочки собираются в школу. А что ты другие не обуваешь, Ксюша? Хочешь шнурками? Ленивая такая. Можно же завязать так, чтобы одеть, не развязывать шнурки. Просто с ложкой. Вон Маргарита тоже, видишь, не завязывает. Еще раз, два и готово. Ксюшка у нас еще с косичками ходит. Не мешает тебе еще? Нет, не болит голова? Все спят, как обычно. Девочки идут в школу. Зонтик я вам положила в рюкзак. На всякий случай, хорошо? То у нас сейчас погодка испортилась. И может быть сегодня дождик. А что ты там таскаешь постоянно? Почему ты книжку одну и ту же таскаешь? Ты для чего ее берешь? Там одна толстая книжка. Библиотеку отдать? Библиотеку отдать книжку? Там одна книжка очень толстая лежит у тебя. Да. А тут это, школа. Значит, оставь ее в школе, посмотри, какой рюкзак у тебя. Потому что мне уже было вчера до 4. Ну вот и оставь сегодня. Смотри, у Ксюшки пустой вообще, почти ничего нету. А у тебя полный. Спина не болит? Нет. Все, пока. Только поздоровались, уже прощаемся, да? Ага. Все, открывай, что ты ждешь? Все, пока. Маргарита, куртку поправь сзади. Ага. Только хотела зайти, разбудить. Вон как малышня к нам приходит ночью спать. Что один, что второй. Каролина. Эй, доброе утро. 9 часов утра. И вот эта Засоня, она не любит рано вставать. Она прям как я. Она любит поспать. Ты мамина дочь, да? Любишь поспать. Вот все, она отвернулась и дальше может спать. Ей все равно. Ей все равно, будет ее, не будет. Эй. Вот так вот. Может спать и до обеда, если ее не трогать. Папой. Макс себе бутерброд делает. Молодец. Большой мальчик. Все. Приятного аппетита, да? Давай кусай. Это про маньяна. Давай кусай. Пап, это про маньяна. Не помещается? Да. А ты старый отдала хоть? Да. Вот, которую Маргарита брала, здесь другая. А потом... Девочка, которая очень много денег, вот столько. Ну, страшилки начитаешься, потом спать не будешь. А ты книжки отдала свои? Mm-mm. Нет? Не дочитала еще? Mm-mm. Как дела в школе? Mm-mm. Холодно на улице? Mm-hmm. Что плохо? Что я забыла мой пенал. А как ты собираешься, скажи, пожалуйста? А где он у тебя, если вчера он у тебя был? Я забыла футболочку в турнале, с этой турнале. Ай-яй-яй, Ксюша, ай-яй-яй. Все забыла. Вот перед тем, как ты собираешься в школу, уже девочка большая, нужно проверять свой портфель. Есть ли там пенал или нет. Ну ты меня не снимай. Мама, а что, мы будем кушать? Ничего, а что? Суп с рисом, с морковкой. Как папа говорит, с моркошкой и картошкой. Моркошкой. С моркошкой и картошкой будем кушать суп. Да? Да.
Кто любит суп с моркошкой? С моргошкой. Я. Иди папу встречай, папа там сено привез. Сено привез папа. Сено, папа! Привет. Привет. Переверни кофе. Era l'ultimo che había. Вот, дай. Что папа принес? Давай. Что, папа? Да, сегодня вообще-то рабочий день. Карлиночка, пойдем кушать. Все, приятного аппетита. Маргошечка, быстро кушай, потому что... Маргарита, у тебя полчаса. А у меня? А у тебя? А у тебя 0 часов. Ты никуда не идешь. Ты в субботу на день рождения пойдешь на свое. А сегодня Маргарита идет. Маргарита, все. Вот Маргарита подарит своей подружке Лол. Это новая серия. Вторая, да? Вторая волна. Давай степлером закроем, чтобы она не отклеивалась. Вот так вот или степлером. А, все, она заклеилась? Да. Не отклеится? Нет? А, ну все замечательно тогда. Замечательно. Замечтательно. Мам, все? Так что оба хватит не схватилась. Ну хорошо. Ай. Все. Штапку. Подарок не забудь. Штапку. Шапку тебе Шапку зачем? Не надо. Все, пока. Пока, мам. Хорошо повеселиться. Я принесу кексики, которые. Булочки. Давай. Чис. Так, все, на одного меньше. Ребенка. Уже тише дома. Натяни на голову. Сколько еще осталось? Половина. Половина. Вижу, Ксюше, повязочку на голову зимнюю. Мягко. Еще чуть осталось и будет готово. Все, она, иди, мери. Я ее специально сделала широкой, чтобы она тебе закрывала почти всю голову. Ну что, как? Тепленькая? Угу. Можно просто не потянуть, как шарфик. Угу. Как шарфик. Да, точно, он хороший такой. Угу. Да, хочешь? Не давит? Нет. Нормально? Можно шину пройти. Так. Угу. Все. Теперь надо следующее. Маргарите и Каролине. Надеюсь, хватит ниток. А вот как Каролине. Красивая? Может быть, мне тоже такую сделать? Ее очень приятно носить. Кайфуешь? Макс у нас где-то ушко прищемил дома. Я так и не поняла, где. Покажи. Как начал плакать, я не поняла, где он. Где ты прищемил ушко? Какой дверью? Никто не знает, где ты был, где ты хотел. Что-то мне захотелось блинчиков испечь. Так что буду делать тесто. Показывай. Ух ты! Вот смотрите, нарок я сделала. Прикольно. Единорожки. Здорово. Это мой. Целый пакетик с печенюшками. Что, попробуем? Я уже пробовала. Вкусно? Я специально столько много. С лимонным делала. Вкусом? Угу. Я специально столько много сделала, потому что я знала, что я с вами поделюсь. Спасибо. А мы блинчики делаем. В общем, вот так вот беру я. Наливаю. Кто курит?
И, эй, ты меня не трогай. И размазываю. Вот такой вот блинчик получается. Так, теперь переворачиваем. Хумс. Все. Чем вы занимаетесь? Глобус делаете? Ага. Он большой получится, нет? Маленький? Как мячик? Да, вот эта штучка, где нам надо губ заклеить. Угу. Там будет стоять. А, это он будет стоять? Прикольно. Я вот это вот, и вот это вот. Вырезала. И вот это вот, вот это вот, вот это вот вырезала, и теперь я это. Молодцы. Наконец-то я закончила. Столько блинчиков у меня получилось. Но они такие большие. Такая вот стопочка. И сейчас мы будем пить чай. Девочки. Это что такое здесь на полу? Это Ксюша делала. Ах ты, Ксюша. Все, уже склеиваешь? Получается? Чай пойдем пить? Я хочу это завтра в школу показать. И скажи, что я тебе помогла. Обязательно. Скажи, что Ксюша тебе помогала. Что я вылезала. Да. Все, пойдемте чай пить. Сейчас. Я как я его отнесу, чтобы он не поломался. Ну так и понесешь в руках. Это шухцыпа. О май год, о май год, о май год. Майндблок, о майндблок, о майндблок. Это кепочка. Мам, не понимаю. Да-да-да. Здесь четвертая наверх. Пойдем. Маргош. Пойдем. Чего? Таки-таки. Так кто не съел и положил сюда? Макс. Каролина. Каролина, она сядь, кушай нормально. Сок пей. Let's make a night. You are the number everyone. Все, поехали танцы перед сном. Как всегда. Ксюша зажигает. Макс рвется тоже в танцы, ему не сидится на месте. Ну, Макса возьмите к себе. Ну, Ксюша, как она, что-то ей пошло у нее хорошо. Вошла во вкус. Макарена! Ты повязочку на мишку надела? Ну, прям как костюмчик. Он такой же плюшевый, как этот. Цвет пижамка. Все, давайте. Он говорит. Я чистю.
пойду я малышей укладывать, потому что уже 9 часов. Все, спокойной ночи. Так, где мое хулиганье мелкое? Что здесь делаете? Зубы. Зубы чистить. Пошли зубы чистить. Все. Спокойной ночи. Включаем свет, пьем водичку. И спать. Все, одевайся. Все, ребятки, спокойной ночи. Будем мы ложиться спать. Да? Всем пока, скажи. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.